Со 2 декабря меняется расписание нижегородских электричек муромского направления. Об этом сообщили в Волговятской пригородной пассажирской компании. Так, поезд номер 6184 из Мурома на станцию Тёша, Навашинский район, будет отправляться в 14:35 и прибывать на конечную станцию в 15:42. Электричка в обратном направлении, поезд номер 6183, будет уходить в 16:26 и прибывать в 17:30. Кроме того, изменится время отправления и прибытия поезда номер 6067 Муром-Вековка. Электричка будет выезжать в 17:35 и прибывать на конечную станцию в 19:19.